Кировске на финишную прямую вышла подготовка школ к новому учебному году. Подробности в следующем сюжете. В этом году на ремонтную кампанию выделено 26 миллионов рублей. Большая часть средств – затраты городского бюджета. 5 миллионов поступили из областного. Часть школ уже приняли. Остальным остались последние штрихи. Мы, в общем-то, уже подходим к заключительному этапу. И последние буквально деньки, когда у нас выполняются работы силами подрядчиков. То, что у нас, в общем, запланировано силами ЦМТО, силами своих коллективов, в общем-то, уже сделано. В школе номер 2 все работы должны быть завершены 20 августа. В этом году акцент сделали на косметику, замену устаревших светильников на светодиодные, приобретение новой школьной мебели. Самые заметные изменения в кабинетах физики, химии и домоводства. Полностью перекладывается пол, будет замена светильников. И, в общем-то, это предписание у нас по предписаниям. Я думаю, что мы в ближайшие буквально 3 дня заканчиваем эти работы. Через 2 недели пустые коридоры заполнят дети. 1 сентября за парты школы номер 2 сядут более 450 юных жителей микрорайона Кукюсумчор.